Всем привет, меня зовут Дмитрий, я представляю проект Кьюпи. Там много слов написано, я хочу немножко коротко сказать. Все мы пользуемся платежными картами, у многих этих карт достаточно большое количество. С огромным удовольствием, я думаю, все пользуются Apple Pay, Google Pay. И мы решили, что у этих классных вещей, типа Apple и Google Pay, у них есть несколько недоработок, которые нам лично мешают жить. Например, это распределение средств между картами, объединение средств по картам, напоминание по платежам, если это кредитные карты. И мы решили, что нужно нам такое приложение. Собственно, проблемы обозначены. Мы начали делать. Начали мы не с нуля. Идея нам пришла, когда мы уже сделали приложение для обмена криптовалют. Начинали мы в 2017 году. Приложение у нас уже работает, 140 тысяч скачиваний. У нас где-то около миллиона евро оборота сейчас. Решили, что одни криптовалюты — это скучно, очень перспективно, но рынок сильно меньше, чем рынок карт. Рынок криптовалют, если брать крупные биржи, это где-то 130 миллиардов в год, рынок платежей по картам 66 триллионов в год. Вот. Поэтому мы на базе нашего приложения, у нас уже есть действующая платформа, действующий собственный обменник, мы открываем счета IBAN в Европе. И сейчас мы начали допиливать наше приложение вот в том направлении, которое я обозначил. Это мгновенное распределение средств между платежными картами. Забыл упомянуть, многие из вас пользуются подарочными картами, многим их дарят. Кому-то они нужны, кому-то они не нужны. Мы сюда же, в это приложение, решили, что будет очень удобно, если у вас есть карта, вы ее хотите обменять на другую подарочную карту, либо хотите ее продать и получить кэш за эту подарочную карту. Это вот тоже все в нашем приложении. Вот здесь вкратце обозначено направление, по которым мы работаем. Это планировщик затрат, я забыл упомянуть, который помогает распределять поступившие средства на будущие платежи. Таким образом, вы всегда знаете, сколько у вас денег осталось на каждый день, сколько у вас денег осталось на последующие платежи, сколько нужно заплатить. Это консолидатор карт, как я уже сказал. Если у вас есть свободные средства, то через наши партнерские сервисы вы можете их куда-то проинвестировать. Вот. Сейчас извиняюсь, рынок я уже сказал. Финансы, как я сказал, у нас оборот сейчас около миллиона евро по всем, по физическим, юридическим лицам, по физическим чуть меньше. Наша команда, у нас опыт в финансах достаточно большой. Я был CFO больше 10 лет в компании с оборотом более миллиарда долларов. Вот. И мы сейчас, у нас действующая платформа, действующее приложение. Собственно, мы сейчас ищем 7 миллионов долларов для того, чтобы дальше развить это приложение. Все, спасибо. Спасибо большое.